Доброе утро, дорогие садоводы! Недавно мы обсуждали, как подготовить гортензию к зиме. От садоводов поступил вопрос, а как черенковать гортензию? Гортензию можно... Черенкование – это размножение. Гортензию размножать можно несколькими способами. И горизонтальными отводками, и вертикальными отводками, и черенкованием зеленым, и одревесневшими черенками. Если вы хотите размножить гортензию одревесневшими черенками, то делать это лучше весной. Не надо обрезать гортензию в зиму. Можно только срезать отцветшие бутоны. А придет весна – когда набухнут почки, тогда вы сможете размножить гортензию одревесневшими черенками. Нарежете черенки кратными 15-20 сантиметров, 2-3 междоузлия. И просто в песчаную смесь, вернее, в почвосмесь, воздухопроницаемую, влагоемкую, и создадите эффект парника. Но помните, что гортензию можно размножать и вертикальными отводками, и горизонтальными, и зеленым черенкованием. Но а гортензию вы правильно делаете, что любите и хотите ее размножить. Гортензии в саду мало. Вернее, гортензий в саду много не бывает. И это я убедилась на опыте многих садоводов. Удачи вам!